Всем привет! Это спецвыпуск блога, и сегодня мы говорим об Олимпиаде в Токио. По опросам ВЦИОМ, 97% россиян не знают ни одного участника Олимпийских игр. Мы решили узнать, как обстоят дела в нашей команде. Поехали! 97% россиян не знают ни одного спортсмена, фамилии, который будет выступать в России. Это правда, похоже. О, я знаю. Знаете ли вы? Я знаю. Сколько знаете? Вот я недавно видел, мне интересно появлялась там Юлия Ефимова, такая пловчиха наша, достаточно известная. Кстати, потом... не отобралась на свою королевскую дистанцию. Да. Быть может, какой-нибудь Шубенков там есть в легкой атлетике. Верно. Уже два. Смотрите, да. Волейболистка Мария Федоровцева, которая закончила в этом году только школу, она отлично. Вот всего лишь 17 лет. Она уже на Олимпиаде. Так что она большая молодец. А, плюс Адольфо Гаич и будет играть за сборную Аргентины. Не, русский, также да, Бруно Фукс за сборную Бразилии. Также Педри будет играть за сборную Испании, который сыграл уже в этом сезоне, по-моему, если я не ошибаюсь, 80 с чем-то матчей, потому что он играл и Лигу чемпионов, и Евро. И сейчас сразу же после Евро поехал на Олимпиаду играть за сборную Испании. Вот. В общем, любая национальность. Не, подожди, а какие виды спорта хотя бы? Летние. Бегуны и легкоатлеты, да? Да. Ну, видите, мы только по зимним видам спорта ориентируемся. Плюс-минус. Ты в 97% относишься или в 3%? Я в 97. Вообще ни одного? Нет, я еще даже не интересовался этим мероприятием. Зуев, Артем, стритбол, 3 на 3. Он играет, кстати, это вот тоже знакомый наш, как бы, ну это я у него фотку видел, что он уже приехал на Олимпиаду, да. Так, еще кто-нибудь, я не знаю, волейболисты есть, нет, какие-нибудь? Есть. Не знаю. Слушай, а сейчас у нас гимнаст Нагорный будет вроде. Ну вот, хотя бы одного уже назвал. Ну да, вот я вспомнил просто, я читал недавно, да, что он, там вот представляли, волейбольная команда у нас сильная. У нас пловчиха, вот я не помню. Елена. Ефи. Мова. Ефимова. Ефимова. Да, вот я ну, читал недавно в интернете, какая статья после была. Тренировки, мозги не варят. Еще да, нет. еще жара такая. Сейчас поспим, потом спрашиваем. А вон у Мишки Ромаева спрашивали, что ли? Удел 7. Вообще ни одного не знаешь. Сагадиев, по-моему, борец. Сейчас будет драться в финале. Не знаю, но Симбаев уже больше не выступает. Да. Бразаковский бегает еще? Нет. А волейболисты участвуют? Да. Волейболисты тоже, которых я раньше знал, уже закончили, наверное. А какие виды спорта наиболее интересны? Да, бокс и легкая атлетика, наверное. Вот эти. Легкая атлетика — это что, бег или все подряд? В целом. Интересные. Волейбол, скорее всего, он получается открытый, пляжный, да? Скорее всего. Интересно посмотреть, я думаю. Ну и поболеть. Не, ну мужской, конечно, они же помощнее, поинтереснее играют. Как бы. Девчонки, может, только кричат сильно, ругают друг на друга, бывает. А так, я думаю, лично быстрые, оживленные виды спорта. Типа пинг-понга, дартса, сквоша. Такие есть только виды спорта. Какие-то. Да все интересно по чуть-чуть, просто что сейчас у нас такой график, что не удастся ничего посмотреть, только какие-то хайлайты. В основном все идет. У самих сейчас много тренировок, поэтому все на восстановление идет. Больше всего интереснее, наверное. Я даже не знаю, что там. Ну ничего такого, знаешь, вот на фоновом режиме легкая атлетика, она же там всегда часа по три идет. Вот просто пусть идет и все. Шел на тренировку. Ну, теннис. Пришел с тренировки, теннис. Она еще идет. Я буду следить за теннисом, за нашими ребятами. За Хачановым, за Медведевым, за Рублевым, за Каранцевым. Главное, в Инстаграм не пиши им потом. Ну, мы же не будем писать в Инстаграм. Мы в WhatsApp свяжемся. Зачем нам Инстаграм? Ну, гольф. Мой любимый гольф будет. Обязательно. Ну, в общем, мы со спортом на ты, как ты понял. Это больше по зимним все-таки. Более сам такие есть. Зимние Олимпиады все равно ближе. То есть за летние вообще не будешь следить? Ну почему, если будет свободное время, это как бы всегда интересно. Но все равно зимние привлекают больше внимания. Пляжный волейбол. Да, пляжный волейбол. Женский пляжный волейбол. Ну, вот. Следующее. Привет! Привет! Соскучился. В
Россия! Все правильно? Да. Это два раза надо. Да. Россия. И потом Россия. И в конце вперед. Россия. Сибирь.